Привет, бои, скауты, с вами Кьюбайт. Добро пожаловать в Человека-паука для PlayStation 4. Мы продолжаем его проходить. Вот, кстати, нам неплохо было бы сюда заглянуть, но, я так понимаю, это на здании. Нам нужно пройти еще одно испытание перед тем, как мы отправимся на сюжетную миссию, потому что вы будете не против, не переживайте. Потому что я хочу нам открыть костюм из Войны Бесконечности. Там как раз-таки одно испытание нужно. Я думаю, я, может, даже больше жетонов соберу, но... Питаниями бригадира, ну вы знаете, у меня есть небольшие проблемы. Так, сначала нужно вышку. Погодите, да сейчас с вами разберемся только. Вот, все. Эти очки мне тоже не помешают, потому что мне сейчас все нужно. Мне нужны и базы. Ну, в смысле, жетоны баз, и испытания, и преступления, там все подряд. Эй, ты вроде как мне и помогаешь, но и мешаешь. Кто там еще? Ты остался, и... Немного польщен тем, что Соболь выставили для одного меня кучу постов на крышах. Чуть-чуть. Один жетон, да, маловато. Давайте, что у нас там ближнее? Есть бомбы, есть бой... Честно говоря, в боях я лучше, чем в бомбах, уж поверьте. Ну, давайте попробуем бомбу, а там дальше в целом по пути не получится, тогда пойду на бои. Но пока попробуем бомбу. Они просто быстрее, и там можно быстрее заработать жетоны, но там нужно прям действительно хорошо летать, ориентироваться в городе. Вроде когда ты, знаете, летаешь по городу, ты такой, вау, ловкий, уворачиваешься от всех домов, так между домами элегантно пролетаешь, а вот здесь по мне стреляют. Все, пойдемте быстрее. Надо срочно обезвредить бомбы. Еще 4 их. Ну, про быстрое, видимо, погорячился. Хотя полторы минуты это ничто. За костюм Войны Бесконечности. Так. Да, вот видите, о чем я говорю. У меня хоть один жетон получить. Я сейчас не планирую играть на золото. Давай, паучок. Нам нужно это сделать. Так. Вроде более-менее. Пока идет. Хотя что-то по времени... Не, нормально, успею. Вот главное не прокосячить, как бывает. Наверное, когда это смотришь, то кажется, типа, да, это легко, но ты волнуешься, потому что ты не успеваешь, все время спешишь и как-то, знаете, поэтому и не попадаешь по зданиям и так далее. Чуха. Ну, найс. Думаю, на бронзу я точно. Даже 3 жетона. Вау, круто. На серебро. Замечаю, вообще идеально. Я не ожидал от себя. Нам нужно вообще двигаться куда-то. Где-то там было задание сейчас. Давайте, во-первых, костюм соберем. Мне открылся, кстати, новый костюм. Вот этот, паучья броня 4. И он офигенный. Это один из моих любимейших костюмов. Я вообще сейчас могу любой открыть. Смотрите, и этот, и этот, и этот, и этот. Ну, сейчас начало Войны Бесконечности. А там на сдачу возьмем любой. Но нет, на сдачу другого. Тут испытания, тут тоже испытания, там испытания. Везде они, видите, нужны. Нужно пройти вот эти задания бригадира. Он же таскмастер. Все, наверное, мы оставим Железного Паука. Хоть функция у него... Ну, вот это вот лапки. Поглядите на них. Должны помочь в бою, но мы посмотрим, как это работает. Тем более, мы отправляемся вроде как на задание со Скорпионом. А там лапки нужны, как вы понимаете. Да, где-то здесь возле парка мы можем, наверное, приблизиться или полетим. Давайте приблизимся, чтобы время не тратить вашей. Чтобы вы не смотрели зря, как я просто летаю глупо по городу. А я это умею. Сейчас на метро быстро переместимся, тем более здесь новые загрузки с Соболем. Где вы еще посмотрите, как паучок из Войны Бесконечности отдыхает в метро? Не думаю, что где-то это будет.
Вот мне кажется, он какой-то, знаете, такой пухленький, что ли. Да, ой, эй! Что? Что это было? Что это было? Вы заключенные устроили массовые беспорядки. Я тебя знаю. В Хэллоуин ты был на крыльце моего соседа. Меня зовут Бригадир. И тебя вот-вот примут в школу. Что, Бригадир? Чувак, это смешно звучит. Это Таскмастер. Я могу повторить все твои приемы, которые вижу. Воу. Да, я напомню, что Таскмастер, как персонаж, умеет повторять приемы и всякие различные комбо персонажей. То есть это такой мистер повторуй. Твое место. Эй, эй, нет! Это мой любимый прием! Вот именно! Блин, он так неожиданно появился. Я такой говорю... И когда ты поймешь, что это не работает? Все отлично работает. Каждый раз я отваиваю все больше твоих приемов. Я особо не наблюдаю за его приемами, но было бы забавно видеть тут отсылки на других персонажей, там, Дэдпул, кто-то из Мстителей, и вообще, в общем, вы поняли, герой или злодей Марвел. Подражатель всегда уступает оригиналу. Вот именно. Оригинал круче. Вообще не знаю просто, когда его... О, он упал. Где тут? Вау, да как ты появился-то здесь? Что такое? Ты крут, слишком крут. Могу получить? Не. Видали? Это Дэдпул прям. Эй, так только Человек-паук может. Вот именно. Эй! Что? Он исчез. У тебя есть еще трюки в рукаве, да? Мне понадобится больше данных, прежде чем я смогу выполнить контракт. А у меня есть все нужные данные. Я задал тебе жару, ты убежал, вывод, ты проиграл. Еще нет. В городе тебя ждут другие испытания. Когда я увижу, на что ты способен, мы поговорим о втором раунде. Я так стараюсь всем понравиться. Сирена начинается... Почему они всегда лезут в драку? Невероятно круто, наверное, потому что это было неожиданно. Я офигел. Так, нам нужно... Вижу выдохранилище. Я чё, скорпиона не вижу. Пожалуй, взгляну поближе. Будь я наемником в костюме скорпиона, где бы я был? Позади тебя! Я бы сразу тебя прикончил, но мне платит Октавиус, и он хочет тебя помучить, и я не против. Черт, что он мне вколол? Воу. О, это что? Море яда? Нет, это не по-настоящему. Это действие яда. Но рисковать нельзя. Надо забраться повыше и разобраться, чем он меня отравил. Дело в том, что летать по парку очень тяжело, очень трудно, так как здесь паук не цепляется за что-то неведомое. Он цепляется за деревья, ну, то есть он не может за небо зацепиться в этой игре. Вот, поэтому довольно проблемно, да. Ну, как и в реальной жизни было. Я обожаю такие уровни, тут я уже говорил. Вроде безопасно. Надо исследовать нейротоксин и создать противоядие. Мне просто нравится, когда персонажи помещают в какие-то вот такие... Скорпион расширил ассортимент. Неведомые реальности, какие-то миры, ну, несуществующие. То есть это прикольно. Ну, вот, короче, проще говоря, в глюке. Мне очень нравится это всегда в играх и забавляло. Ну... Правда, вот здесь, если... А, это нормально, самозаменяемое все, да? Окей. Тогда ладно. Довольно простенько, если честно. Да, мы прошли вроде. Галлюциногенный нейротоксин. Мозг создает кошмары, а тело думает, что это взаправду. Надо быстро сделать противоядие. Начнем с натурального стероида. К примеру, подойдет экстракт белой эклипты. Тут рядом оранжерея университета. Там есть эклипта. Ну, думаю, долететь я... О! Вылези! Яд, это плохо. Я даже не договорил. Это всем известно. Хотел сказать, что долечу нормально, и вот. Держите. Весь город теперь в море токсина, в море... Да. Эта штука убьет меня! Не падай, не падай.
Вот и оранжерея! В теплице должна быть эклипта белая. Вот оно! Оу. Мы уже долетели. Твин Пикс пошел. Где оно? Воу, лаборатория Октавиус. Или в голове? Может и так, и эдак. Док? Галлюцинации становятся сильнее. Но ты справишься. Док? Вы как-то... Как у меня было до подключения к нейроинтерфейсу. Я всегда был одержим. Интерфейс лишь позволил мне эту одержимость реализовать. Я разберусь. Помогу. Как-нибудь. Ах, Питер. Вечно ты берешь ответственность на себя, даже если надежды нет. Знаешь, твой неистребимый оптимизм много раз заставлял меня продолжать работу, несмотря ни на что. Я буду скучать по нашей совместной работе. Простите, док. Мне так жаль. Да, да, ты сожалеешь, но ведь именно ты позволил этому случиться. Тебе следовало бы задуматься о своих приоритетах. Посмотри, раз я так много для тебя значил, почему ты позволил мне разрушить себя? Я помогу тебе! Это нейропаутина, она действует на сознание! Far Cry. Вот и белая эклипта. Far Cry 3 плюс, не знаю, что еще может... Туда вклиниться. Ну, помнишь, там с грибами была миссия. Просто обалдеть. Ну, кстати, с костюмом Войны Бесконечности очень стильно смотрится все. От такого коленем кранты. Но для антидота мне нужен антитоксин. На одной из станций Гарри делали синтетический атропин. Мне надо скорее туда. Воу-воу-воу-воу-воу, начинается. Ручки скорпионьи хвосты. Прекрасно. Спасибо, мозг. Жесть. Чувствуешь, как конечности холодеют от ужаса. Скорпион? Как ты узнал мой номер? Вечно ты задаешь не те вопросы. Никак я тебя... О, я умер. Я забыл, что у меня еще с жизнями проблема. Да, уровень невероятно глюкнутый, это прикольно. Ну, я такое люблю, по крайней мере. Эй, паучок из Войны Бесконечности. Поможет мне на какое-то время. Но для антидота мне нужен антитоксин. На одной из станций Гарри делали синтетический атропин. Мне надо скорее туда. Гости скорпионьи хвосты. Прекрасно. Спасибо, мозг. Как ты, паук? Чувствуешь, как конечности холодеют от ужаса? Скорпион? Как ты узнал мой номер? Вечно ты задаешь не те вопросы. Как я тебе звоню? А звоню ли я тебе? Возможно, я лишь бред твоего умирающего мозга. Когда выведу из себя этот яд, ты у меня получишь, маг. Букашка разошлась не на шутку. Удачи в погоне за розовыми слонами. Обалдеть. Даже думать не хочу, чтобы мне это сказал Фрейд. Исследовательская станция. Мне нужен атропин. Атропин нашел. Ну нет, ну не снова же. Паук. Атропина нет. Опять. Снова лаборатория Док Ока. Ты опоздал, как и в случае со мной. Вы не такой, док! О нет, это и есть я. Тот я, которого общество сочло неудобным дать
часть меня, которую я подавлял. Но ты помог мне избавиться от такого. О, это было красиво. Вообще, знаете, так по-осеннему выглядит, тем более... Простите, я вам помогу, клянусь! Сентябрь. Хватит себя обманывать! Ты никому не помогаешь! Ты сам отрава! Ты губишь всех вокруг! Не убегайте от меня! Дайте мне шанс! Как тут вообще держаться-то было? Так, я так понимаю, там нужно было зацепиться на стену, но... сейчас попробуем. Воу, ну очень красивый уровень. Такой вот действительно осенний. Круто выглядит. А, у нас переместили. Спасибо, игра. Ты неудачник в жизни, в любви, в работе. Ты несешь только боль! Нет, стойте! Я не отступлюсь! Поговорите со мной! Я могу помочь! Хочешь со мной, как с остальными? Запереть в клетке? Лишить меня воздуха? Нет. Мой гений будет сиять на свободе. Это знаете, как дрожь земли. Огромный червь. Как ты делаешь заметки? Воруешь идеи? Крыса в моей собственной лаборатории. А я называл тебя другом. Я же ваш друг, Отто! Пожалуйста! Я всегда был за вас и всегда буду! Ты продавал мои идеи Норману, саботировал мои величайшие проекты. Не думай, что я этого не видел. Не думай, что я не знал. Пожалуйста, привет. Док, прошу! Я возлагал на тебя большие надежды, Питер. Очень большие. Ты мог бы стать великим... Вот он, Атропин! Вроде я его и не взял, не знаю, что сейчас будет. Опять та же загрузка, по сути. Вот это у него, конечно, трип. Жесть. Вот, у меня есть. Теперь надо изготовить антидот. А, окей. Нужно тоже вернуться в лабораторию. Нужно его теперь изготовить. Не почти исцелен. Простите, что сорвал вам план. Не волнуйся, паучья башка. Обязательно. Ну я так понимаю, следующим боссом будет Скорпион. Вау, ну не знаю, вот лично я кайфую от таких уровней. Они очень необычные и всегда выделяются и запоминаются в игре. Вот как было в Shattered Dimensions. Уровень с Мистерио, это был финальный, очень такой прикольный. Знаете, там сюрреализм, что-то вообще непонятное творится. Но у тебя в голове это откладывается, потому что это выделяется из общего тона. Далее, что там еще? Ну, Far Cry, опять же, вот уровень с грибами, его наверняка все помнят. Добрался. Там или уровень... Все там. Когда нужно было сжечь коноплю, по-моему. Надо смешать антидот. Они просто выглядят иначе, поэтому запоминаются. Вот здесь, мне кажется, то же самое. Ну вот. Я должен ползти, я просто лежу. На мой мусор! Ты на моей территории! Ты такой же, как Осборн! Хочешь украсть мои труды! Все, что будет дальше, на твоей совести! Мы все надо мной смеялись! У меня за спиной! Ты думал, я про тебя забыл? Скорпион? Ты хоть настоящий? Ну, сейчас узнаешь! Дождись, пока он остановится. Вот мой момент. Опять галлюцинация. Хорошо, хоть на сей раз довольно хилая. Я надеюсь, что это не настоящая битва. В том плане, что будет еще одна. Это похоже на арену для битв. Все не так просто. Да куда проще? Оу. Ты просто яд, который хочет меня отвлечь. Ну давай. Дождись, пока он остановится. Один есть. Ты неудачник.
И всегда только им и будешь! Он меня провоцирует! Давай, давай, паучок! Бэмс! Отлично! Без тебя всем вокруг жилось бы лучше, и ты это знаешь! Мне нужно сосредоточиться на деле! Если бы они еще не скакали из угла в угол... О, я весь в дяде, это прикольно! Тоже мне герой! Вот так! Еще немного! Их очень легко ловить! Еще один есть. Так можно вообще со всей издающей шестеркой во сне подраться. На месте своего дяди я бы тоже хотел, чтобы меня представили. Ты чё такую говоришь про дядю Бена? Остался один. Ну, чё-то не сработало. Ты не замечал, что без тебя мои шесть справляются куда лучше? Подумай об этом. Знаете... Я бы лучше подрался с настоящим скрытым. Ага. Надеюсь, это последний. Я еле стою на ногах. Вот она, центрифуга. Как ты ее вообще смог увидеть? Там все крутится. Оп. Наконец-то. Я бы хотел, чтобы мой рабочий стол так собирался. Так, ты подходишь и такой, оп. Вроде сработало. А где мой костюм? Трусы классные. Я слегка переборщил с обеззараживанием. Но выглядит, по-моему, неплохо. Надо бы одеться. Нет. Другое дело. Сделаем вид, что ничего этого не было. Кстати, мы пока в лаборатории можем глянуть, что здесь изменилось. Что-то все-таки есть же. Но Фиска мы точно смотрели уже. А, ну. В целом ничего интересного. Но это старые газеты. Электро. Кстати, мне писали про шрамы. Конечно, я заметил еще давно, когда его впервые только показали, что у него шрамы от оригинального костюма. Ну, вроде все. А, вот здесь, смотрите, что-то есть. Оу. Доктор, но это... просто хотел заменить свои руки. Он превращал их в оружие. Да, то есть мы видели здесь другие чертежи, но здесь он уже исправил и нарисовал нечто такое стрёмное. Все, я думаю, можно идти. Мне просто интересно было, вообще изменилась ли лаборатория, он же все-таки здесь обитал. Ну, так. Немного страшных каракулей и ничего более. Мне интересно, что с Таскмастером, он так неожиданно нападает, то есть, по идее, его можно победить, но нужно выполнять, я так понимаю, его испытания. 5000 опыта я получил! В голове туман. Надо развеяться, чтобы остаток яда выветрился из организма перед следующей дракой. Ага, я тебя понял. Пришвырнусь по городу. Видите, паучок хочет, чтобы я прошвырнулся по городу. Оу, паучья душа. Костюмы начали открываться один за другим. Паучья душа, нужно вообще и базы, и испытания, и преступления. Но здесь на самом деле не так много. Но базу нужно идеально одну пройти. Испытания нужно хотя бы два, наверное, пройти. И преступление одно. То есть тоже довольно много. Этот костюм мне нужно только испытания. Здесь нужно опять же база испытания. Не знаю, в каком я буду... Я очень-очень-очень хочу в этом костюме гонять. Но это, может быть, тоже откроем, посмотрим. Тут у нас еще и... Биг Тайм костюм тоже ждет. Много всего. И мы также и не попробовали еще и лапки паучьи из Войны Бесконечности. Я предлагаю, знаете что? Очень классную аферу, а именно... Мы с вами как-то не выполнили... Где это вообще? Мы с вами не выполнили... Про надгробие там было... Эта штука? Что-то он перемещается, он был вообще в другом месте. Штурм чего? Крепости? Люди-пауки? Люди-пауки, серьезно? Мне это интересно, погодите. Не уходите никуда. Было надгробие, вот, ну, голову на отсечение даю, было, помните, надгробие. Над головой. Это странно, возможно, мне нужно пройти одно, чтобы открылось другое, но я уверен, когда мы прошли миссию с надгробия, это вот этот здоровый чувак, непобедимый, вот, то там было еще что-то. Ну, то есть там было побочное задание, видимо, его можно как-то победить, но оно исчезло. Не знаю, я его не выполнял точно, что произошло, непонятно. Я хочу посмотреть, что за люди-пауки, тем более прошвырнуться надо, сюжетная миссия не появится толком, пока мы что-то не сделаем. Так работает игра, и я только рад, что она так работает.
Это хорошо. Побуждает выполнять все в игре. Люди-пауки. Ну, конечно, я что-то сомневаюсь, что там будет что-то такое, знаете, типа с мутациями. Человек-паук, сюда! Давайте. Что-то случилось? Нет, нет. Я просто хочу поблагодарить тебя. Ты спас мою дочь от грабителей. А это когда было? Только что. Ты, наверное, такое уже и не запоминаешь. У театра на углу 126-й Пауэлл, она только что звонила. Ну да, простите. Всегда пожалуйста, я рад, что смог ей помочь. Так, меня там и близко не было. Надо посмотреть, что там творится. Понятно, это наши последователи, подражатели, скажем так. То есть есть люди реально... Не, погоди, ну, они помогают. Они спасают людей. Ну, понятное дело, что если они сделают что-то плохое, то это отразится и на репутации настоящего Человека-паука. Тем более, Джей Джона будет только рад этому. Но интересно узнать, вот как они выглядят. И место преступления. Надо выяснить, что тут было. Они живы. Значит, этот кто-то не переступает черту. Уже хорошо. Да. Уже неплохо. Может, у копов спросить? Не проще, ага. Прости, я все пропустил. Спасибо, что присмотрел за ней, паучок. В том-то и дело, вот. Ты уже вернулся? Я думала, ты помчался на пожар. Ну да, как раз направляюсь. А где он был, напомни? Ты поскакал в ту сторону, на юг. Спасибо, не сориентировался. Кто-то выдает себя за меня. Опять что ли хамелеон? Мне нужно его догнать. Серьезно, здесь будет хамелеон? Да ну нет, не верю, не верю, не верю, что здесь будет хамелеон. Он же может еще и вдали от дома появиться в Человеке-пауке. Что касается костюма, и забавно, правда, что... вроде бы оттуда тянет горелым. Забавно, что она говорит, типа, вот ты только что здесь был, но я в костюме Войны Бесконечности, вряд ли у того чувака тоже такой костюм. Тут явно был пожар, но его быстро потушили. Так. Думаю, все спасибо. Блин, интересно. Ты помочь. Молодец, Человек-паук. Да? Я ничего не делал. Ловко придумал, с огнетушителем получил. Огнетушитель? А где он его оставил? Эй, паучок, зачем тебе огнетушитель? А где он его оставил? Он шел по пожарной лестнице, значит, паутину пускать не умеет. Так, мне сюда. Мой двойник применил огнетушитель. Может, он еще здесь. Ну вот он здесь и лежит. Мы его нашли быстренько. Отпечатки пальцев? Блин, нифига себе, я просто заору, если он здесь... Он использовал огнетушитель. Какое вещество используется в нем? Хамелеон, ну вряд ли. Скорее всего, это просто какой-то подросток. Ну, я так думаю. Там уже глянем. Я могу использовать... А, здесь, по-моему, я немножко не так поставил. Ну ладно, сейчас. Мне кажется, что вот это здесь подойдет. И вот это. А вот сюда что-то типа этого? Что-то типа... Что сюда вообще можно поставить? Ну, не знаю, ладно, сейчас мы разберемся. Здесь... Точно вот так. И сюда. А вот что-то сюда. Наверное, вот так попробуем. Музыка, знаете, саундтрек очень подходящий был. Так, что-то я не так сделал. Ну. А! Чуть-чуть я туплю-то, конечно, здесь-то удаляется все равно. Все, найс! Это было просто. Почти. Блин, где надгробие? Куда он тоже делся? АДФ. Обычное вещество. Легко отследить. Давай. Пламя-гасящее вещество. Подстрою линзы, и его химическая сигнатура выведет меня прямиком на Человека-паука 2.0. Он идет пешком. Ни паутины, ни суперсил. Ему жить, что ли, надоело? Воу. Нет, это на самом деле очень крутая побочка. Кто жаловался на побочки? Да посмотрите, что здесь творится. У нас здесь подражатель паучка. Вот прям меня заинтриговала игра. Мне интересно, как он будет выглядеть. Он же в костюме должен быть. Вот у меня есть ощущение, что это просто кто-то нашел костюм паука. Не знаю, где он его взял, правда. Какой-то старый и переоделся. Джей Джона, посмотрите. Простите, обычно я прыгаю на паутину. Судя по всему, его кто-то побил. Может быть, он что-то знает.
хватит, все. Я же сказал тебе, сделка пройдет на крыше, честно. Ага, и веди себя прилично. Крыша? Надеюсь, я не опоздал. Почему? Здесь, по-моему, полицейский стоит, но он ничего не делает. Мой двойник способный малый. И наркотики не взял. Видимо, он парень хороший. Хотя методы у него безум. Полиция тут разберется. Поддельный паучок, видно, спустился по другой лестнице. Забавно, что настоящий паук, он, ну, поступает так же. Вот он. Ну, камон. Люди его любят. То есть меня. То есть, лучше, блин. Не за что, граждане. Извините, кому-то нужна помощь. Я так не говорю. Да никто так не говорит. Ты что стебетесь? Отпусти его. А, сейчас. За твою башку, мистер Фиск, нам еще больше бабла отвалит. Эй, ребят, слушайте, я не настоящий паук. Да, теперь уж точно. Что за бред? Немного уравняем шансы. Посмотрите на его костюм, ну камон. Там разве не видно, что это не настоящий паук? Окей, наконец-то попробуем. Я разберусь, уходи. Шанс, помочь, спасибо, парни, что дали шанс. Нет. Ну они выглядят прикольно в бою. Знаете, хорошо, он ощущается... Он помогает. Давай, давай, пока лапки не закончатся. Вместе с костюмом ты наследуешь и моих врагов. А их у меня много. Берегись, он еще. Лапки закончились. Мои с пушками, остальные твои. Блин, а знаете, забавно, если бы у паука... Ну, в этой вселенной был бы Робин такой. Хотя... О чем я, Майлз уже есть. Ну, вроде все. А, нет, еще один. Пэм. Давай вместе, давай. Я для тебя его запаутиню. Не стреляй! Слушай, если хочешь помогать людям, тут рядом есть приют Пир. Черт. Наверняка люди не откажутся от уроков самообороны. Так, что-то вы слишком агрессивные, сделаем вот так. Вы меня вообще сбили, благо я в металлическом костюме. Его даже Танос бросал. Ну, в смысле, меня в этом костюме бросал Танос. Кстати, если вам вдруг интересно, то в этой вселенной, где вот этот Человек-паук, есть Танос. Он появлялся в игре Стражи Галактики от Telltale, а это одна вселенная. Ну, как заявлялось раньше, по крайней мере, сейчас не знаю. Прячься! Я их добью! Да, да, хорошо. Да я пытался уворачиваться, ладно. Ой, ты, я думал, ты мой помощник. Я так и думал. Я так и думал, что раньше... Ну, вот я нажал раньше просто, чем нужно. Увернулся, и в меня она прилетела. Здорово. Это вообще позорная смерть, на мой взгляд. Но благо я не так много умираю, как, наверное, мог бы. Немного уравняем. Серьезно! Шанс. Серьезно, с самого начала. Сегодня явно не твой день. Не, все, вы меня разозлили. Нет, сейчас, секунду, извините, извините. Это вообще уже ни в какие рамки не лезет. С самого начала убейте игра. Обоих. Я разберусь, уходи. Ты хорошо дерешься. Вот это я понимаю. Вместе с костюмом ты наследуешь и моих врагов. А их у меня много. Мои те, что с пушками, остальные твои. Я с вами по-хорошему, а вы мне вот такой чекпоинт. Я вышибу тебе мозги. В воздухе не достать. Слушай, если хочешь помогать людям, тут рядом есть приют Пир. И наверняка люди не откажутся от уроков самообороны. Хорошая мысль. Честно говоря, у костюма и правда есть свои мысли. Надеюсь, что... Там где-то были с ракетницами. Кто-то же, да, это стрелял по мне. Кто вообще берет с собой в городе ракетницы?
Местные габари здесь очень странные. Ну, понятное дело, что это наемники Фиска, но все же. Надо же какие-то границы хоть иметь. Вон он побежал. Гранатометы? Прячься! Я их добью! Да, да, хорошо. На самом деле у меня еще спецспособности. Иди сюда! С колена! Так, я его вижу. Ты труп! Ты уверен? Все, найс. Ну я говорю, что сделаю быстрее. Там буквально 2 минуты прошло. Вот это заваруха. Как ты это делаешь? Сквозь боли, синяки? Слушай, ты парень хороший. Но продолжишь в том же духе, тебя убьют. Да, я теперь понял. Не волнуйся, я его больше не надену. Я с этим завязал. Правильно. И потом, чтобы творить добро, костюм не нужен. О, а здорово звучит. Я запомню. Вот просто, ну как можно спутать вот это и вот это? Совершенно разные костюмы. О, так, здесь можно еще и базу пройти. Нужно заняться Скорпионом, но я еще не видел тетю Мэй после пожара. Тетю Мэй? Тетя Мэй. О, это в самый пир. Пожалуй, забегу в пир. Ну давайте отправимся в пир быстренько. Не будем затягивать, потому что, мне кажется, серия и так уже довольно долго выходит. Но чтобы... не теряя сюжетную ветвь вот эту, знаете. Заглянем в пир, а Скорпиона прям вот битву, я так понимаю, оставим на потом. Потому что она будет явно долгая, не 5 минут и не 10. Так, нам сюда. Жаль, что, конечно, этот костюм здесь не надевается и не снимается, как в фильме. Полицейским стреляют в снайпер. И здесь, пока Майлз не вернется, лучшее, что мы можем сделать, это накормить всех. О, Питер, как я рада тебя видеть. Ты как? Здоров? У меня все хорошо, а как ты, Мэй? Очень занята. О, позволь мне... О, ничего себе. Я в норме. Мэй, помнишь, ты сказала, нужно смириться, что я человек, такой же, как все? Ты, Бен... Вы мастера обращать мои слова против меня самой. Все хорошо, Питер. Я просто немного устала. А где Майлз? Не помогает? Он помогает. Он пошел забрать медикаменты из центра помощи. Удивительно, как быстро у нас заканчиваются антибиотики. Ясно. Постарайся отдохнуть. Я организую разгрузку и встречусь с Майлзом, хорошо? Хорошо. Придется смириться с тем, что и у меня есть слабости. Тетушка Мэй супер. Ну уже, Майлз, ответь. Не заставляй волноваться о тебе и Мэй. И, видимо, геймплей сейчас переключится как раз-таки на Майлза, там, 15 минут ранее, ну или вот как, помните, ранее было в игре. Ну вот я не против, на самом деле, начать следующую серию, да. Тише, тише. Вот тебе и легкое дело. И вот это все сделала кучка зэков. Больше похоже, что здесь прошел бульдозер со взрывчаткой. Да, нельзя. Следующую серию мы начнем как раз таки с Майлза. Поддерживайте лайком. Как здоровяк его врезал. Слышал звук. Комментарии. Раздавил как жука. Спасибо. Шмяк. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы новые серии не пропустить. Финал уже близко. Это жесть. Всем спасибо, всем. У чувака проблемы. Пока. Большие.